8, 9 и 10 сентября в Московской области пройдут выборы губернатора региона. В этом году голосовать можно будет как очно, так и дистанционно. Стандартный очный формат пройдет в обычном режиме. В один из трех дней с 8 утра и до 8 вечера нужно прийти на свой избирательный участок, предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, в специальной кабинке отметить одного кандидата, бланк опустить в опломбированный ящик. Чтобы проголосовать дистанционно, достаточно выхода в интернет с любого устройства и подтвержденная учетная запись на едином портале госуслуг. Но предварительно нужно зарегистрироваться. Подать заявление можно там же на портале с 24 июля по 4 сентября включительно. Если передумаете, его можно отозвать. При регистрации вас исключат из списков на избирательных участках. В один из трех дней голосования необходимо зайти на сайт госуслуг, подтвердить аккаунт с использованием кода из СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭК и сделать свой выбор.